Всем привет! Сегодня я буду играть на караоке Скиппи в зуба. Надеюсь, меня заметят разработчики и подарят кристаллы. Ну все, начинаем бой. Я его только недавно выбил. Я не ожидал, что я сегодня с утра зайду и открою этот золотой ящик. Но все-таки он не выпал. Я думал, он мне не выпадет, потому что это вроде бы был последний день события. И этот голос я записываю уже после записи этого видео. И этот кролик мне очень понравился. Я так долго не играл в зубу, и тут такой подарок, когда я вернулся. Спасибо, что сделали такое крутое событие, Пасха. Тут я отправляю тут эмоди, типа, прикольный персонаж. И тут все бегают в этом кролике, в Скиппи, с этим скином крутым. Мало того, то, что я еще скин получил, так еще я и эмоди бесплатную. К сожалению, я ее сейчас не использую. Вот, ставлю лайк, типа. Крутой скин. Мне очень понравился. Правда, теперь все за Скиппи играют, но все равно. Крутой скин. К нам почти не попадаются соперники. Я тут нашел один мини-баг. Вот у нас тут Мори бегает. И тут, короче, ее детеныш. Я думаю, это вражеский, а это наш. Потом превратился. Магия такая. Потом я посмотрел у него то, что два дробовика. Потом мы пошли обратно к тому месту. Так прикольно он прыгает через речку. Тут я сделал супер-мега-трюк через бочки. Посмотрел на карту. В этой игре почти не было соперников, но все равно. Это первая игра моя за Скиппи. Очень круто получилось. Спасибо разработчикам. Тут мы ждем противников, потому что, ну, мы знаем то, что они пойдут. Всего-то 15 человек. Там они наверху убивают друг друга. И вот пришла команда. Я сначала даже не понял, что делают эти оружия. И меня убило. Я подумал, уже все, на этом видео заканчиваю. Но потом я возродился. Как-то очень быстро, я не понимаю как. Потом вот этого зайца добил. И мы победили всех. Получилось очень круто. Мне понравился этот кролик. И в конце так смешно, эти зайцы все такие. Всем удачи, всем пока.